Всем привет! Сегодня на обзоре у нас сумочка из натуральной верблюжьей кожи, женская, из Индии, штата Гоа. То есть мы данную сумочку приобрели в Гоа, в Индии. Ну, то есть вот так. Значит, обзорчик будет небольшой, но информативный. Я уже делал обзоры из Индии на рюкзаки. Ссылочки будут под видео. Можете перейти также посмотреть. Таких сумок разных мы купили, женских, несколько. Побольше, вот, поменьше. Но они как бы, ну, похожи. То есть они все из натуральной верблюжьей кожи, и они похожи. Значит, вот на таких вот металлических замочках они закрываются, открываются. Вот. Также здесь есть вот такой вот ремешок длинный, который регулируется по длине. Вот. Побольше, поменьше. Ну и, собственно говоря, такая вот небольшая простенькая сумочка. Очень удобная, кстати. Тоже материал тут какой-то зеленый. Несколько отделов. Это закрывается. Значит, здесь, наверное, можно что-то такое. Я не знаю, что женщины в сумках носят. Какие-нибудь там косметички, еще что-то. Вот такой вот есть отдел. Ну, это вот большой отдел. Еще один отдельчик. Ну, и вот здесь вот со второй стороны тоже вот кармашек. Чем-то похож на рюкзак, который я делал в обзоре. Тот, который поменьше. Тоже вот было по бокам два на замочке. Два кармана просто боковых также. Ну и вот самый большой вот посередине. Вот такая вот сумочка небольшая. Очень удобная. Кожа очень качественная, действительно натуральная. Сшита очень хорошо везде. Вот как можете посмотреть. Ну, не видно, что прям вот нитки где-то торчали. Вот. Сумочка используется активно. Ну, понятно, что она не мной используется. Вот. Не тяжелая, довольно-таки легкая, хотя кожа сама по себе, конечно, она потяжелее, чем какой-нибудь дермантин китайский, но тем не менее эта сумочка небольшая и не тяжелая. Давайте измерим самую широкую часть, 23 сантиметра по высоте. Ну, примерно 21 сантиметр по высоте. Ну, и по ширине где-то сантиметров 6 в самой широкой части. Такие вот размеры. Ссылочку на данную сумочку я не могу дать, потому что приобрели в Гоа, в Индии, на живом рынке. Но под видео будут ссылочки действительно на натуральные кожаные изделия, сумки. На китайские сайты AliExpress можете посмотреть, что-нибудь для себя выбрать. Вообще нам очень понравились вещи из Индии, и женские сумки, и рюкзаки мужские, и все остальное. Вот то, что из кожи покупали, все очень понравилось. Поэтому будьте в Гоа, обязательно приобретайте классные вещи и недорого. Вот эту сумочку мы купили за 1000 рублей. Да, нам предлагали дороже, но мы сторговались и с 3000 сделали цену 1000 рублей. Что считаю очень-очень-очень дешево. Так как кожа действительно натуральна, тем более верблюжья. Верблюжью кожу не везде можно приобрести. Что вы думаете о данной сумочке, пишите в комментариях. Если понравилось видео, ставьте лайк. И всем удачных покупок. Всем пока!